Ура, ребята, вот и настал момент. Ура, Тарков, Тарков, Тарков. Мой ник не занят. Обалдеть. Так, ну в этом вайпе мы должны вроде за Юсека играть. Я бировцем в предыдущем вайпе был. Я вот этого дурачка, наверное, регнул. Я выбрал Юсека, выбрал голову, выбрал голос. 1000 бэкэндерор. Ура, 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 Тарков, я ждал этого целых 8 месяцев, мой любимый Тарков. Иконки гранат чуть-чуть поменяли, сразу видно, над чем работа шла. Торговля, баночки, уяночки, эпицентр, регаем, эпицентр, регаем. Он не знает, он не готов, он не вывезет. Вы чё, сучки, блять? Папину палку давно не видели. На ДВЛ сошки вообще удачу убрали. Сейчас бы на болтовочку. На болтовочку убрать отдачу. Блатрейл. 17 минут поиск у меня. Ну ты слабый, блин. Пустите крестьян играть. Между делом, если ты хочешь купить игру в Стиме или просто пополнить свой баланс, то крайне рекомендую сделать это на Купикоде. Ведь на Купикоде все прозрачно. Пополнение здесь проходит дешево, легко и безопасно. Все, что тебе требуется, это ввести свой логин. Пароль не нужен. Также не забудь воспользоваться промокодом JOINTRICK для более выгодного пополнения или покупки. А еще, если ты зарегистрируешься, для тебя откроется постоянный кэшбэк. Не проблема, если ты уже успел создать казахстанский аккаунт или турецкий. Ведь Steam можно пополнить на Купикоде как в рублях, так в тенге, так и в долларах. Ну и само собой разумеется, на Купикоде можно купить абсолютно любую игру Steam, даже если в самом Steam это невозможно. Для этого есть фильтр недоступного РФ. Ну а на десерт можно залететь в какой-нибудь розыгрыш или турнир, которые Купикод проводит регулярно. Если заинтересовал, ссылки в описании. Бля, ну у меня божественный спаун. Ой, прыжок шифта какой-то не такой. Он какой-то не такой, я серьезно говорю. Какая-то анимация лутания новая. Он теперь как в мобилке что-то руками там качает. Блин, ну с таким спауном я сейчас штуку открываю, и мне по-любому надо будет выжить. Звук какой-то пиздец странный. Наклоны медленнее стали, еще медленнее. Так, а я в ПВЕ когда играл, тут что-то борода с этим квестом какая-то была. А где это делается? Найс, одиночечки. Лови, сучка. Это не он. Там эмка была, а тут с калашом труп. О, стонет там, стонет. А, да? А, да. Понял. Охуенная рега. Спасибо. Просто полмагаза ему в шею дал. Все нормально. У типа слик, блять, походу был. Ну а как ты хотел? Все по чесноку. Первый рейд 10 из 10. Спорты, кстати, тоже испоганили. Из того, что могу отметить. Спорты, фу. Что там, блин. Реально, разводной ключ инсеку сделали. Блин, а он хотел повязочку. Он говорил, он повязку хотел. Бля, я не знаю, какую-то Ксюху, что ли, брать. Сэмки в этот прицел вообще не хочу даже пробовать стрелять. Кстати, 5.45 в этом патче бафнули. Но рейд нашло быстро, загрузило быстро, люди есть, но рега просто пиздец. Бля, нихера, я так мало пробыл в рейде, но я, правда, под вазелином был, но все же много сняло. Еды, воды. Подучайничек поставлю. Пипешка, спасибо за сотку. А какого желанного крота у тебя игра нашлась? Ты там монтажера в офис БСГ отправил. Никиту ублажать. Это что, новый патч? Дай ковей. У меня баг в серепа сохранилась. Ничего пофиксить, не переживай. Так, пойдем понизу.
Блин, игра какая-то чудовищно тихая стала, или мне кажется? Одиночки, нахуй! Ебаная игра! Про одиночки, сука, ебаные, блядь. Паскудские, блядские, тупорылые, ебаные, никому не нужные, одиночки. Но опять в ебло, типу, стреляю ему похуй. Когда эту хуйню уберут? Ну кому она надо, блядь, в этой ебаной помойной, сука, парашной игре? Свежак? В смысле, Лёха сейчас играет? Да, лол. Ну ебаный режим автоматически можно сделать, долбоёбский... Оленевский нахуй сквад, блять, разработчиков ебаных. Сука, какие же тупорылые нахуй. Как я заебался этот одиночный режим 5 лет. Ай, блядь. Агу-агу. Давай, ебаш. И в чем они, прав? Вы не поверите. Я так и знал, ГСШ сейчас будут топ-наушники. За что новичка? Это Тархов. Я ему помог сделать ачивку. Добро пожаловать в Тархов. Вопросы? Why are you gay? У нас теперь ЧВК тянет руку. Я понял. Но это лучше больше, когда ты что-то подбираешь с пола, нежели когда ты что-то лутаешь. Звук открытия дверей просто в пизде где-то был. Где диск? Чат, помогите, где диск? Спасибо, чат. Вы лучшие. Сколько там медицины надо? 3. Блять, мне МЧС-ку надо заспотать. Так, тут провианта с собой в дорогу можно взять? Я очень не хочу, если честно, на МЧС идти. Говорите. Начни что-то обыскивать. И посмотри на левую руку. Ты бьешь по виртуальной жопе Никиты Буянова. Теперь живи с этим. Так ее не видно вообще. Что? Кто-то догадается, чему я сейчас удивился? Или объяснять надо? Объясняй, блядь! Ладно, объясню. Рагдол у Дикого такой же плавный был сейчас, как в офлайне. Сука, ёбнули! Завали нахуй. Ну как там с деньгами? Джованни, как ты относишься к мытевшим эзотерическим частушкам по торговле? И как тебе их можно скинуть, если интересует? Я их пока только в МП3 сделал. Или лучше потом, когда МП4 будет? Давай лучше потом, когда будет МП5. Спасибо, бро. Отъебись. У меня тут ЧВ где-то должен быть на МЧСке. Бля, ну Грену вслепую в никуда давать, такая себе идея. Нихуя себе, блядь, щи въебал. Это вот тот придурок мне дал в голову стозика? Что, баклан? Убить меня хотел, походу, негодяй. Бля, мне плохо от того, над чем работали БСГ. Не делали анимации. Почему просто не делать что-то полезное? Почему надо делать в этой игре что-то бесполезное? Ну это не нытьё, но это реально по фактам. Но неужели вы люди? Вот вы хотите написать, да хули ты ноешь, что тебе ничего не нравится. Ну вы, блять, разве не хотели бы видеть что-то другое, более интересное? Вот сетевой код улучшили, базару нет, красавцы. Долу вижу. Сетевой код стал пизже намного. Это типа готовится к релизу, я понимаю.
А где типок, который тут был? Но походу не был. Вот на рагдолы пиздец, аж приятно смотреть. Так, ищем тозики, ищем мурки, ищем паку белую. Тарбанк. Мясо. Я вот не помню, а мясо нам надо будет? Надо. Для рефа. Ну, для рефа как-то неубедительно, по-моему, не? Бич-пакеты, да. Про них-то я знаю. Ам. По-хорошему надо тачку отобрать. Если есть. Тебе урвать тачку. Бля, имели МБ тоже понадобится, не знаю. Не надо. Мне правда не шибко хочется еще регать, чтобы прочекать АГС и пулемет. Не понял. Door stuck. Time to get out. It's good to go. О, новая иконка перегруза. Вау. Ты посмотри на эту прокачку. Damn, boy. Охуеть. Просто не встать. Ну, по коням выполнил. По коням выполнил, медицину выполнил. Стрельба по баночкам там. Чик-чирик и готово. Я чередую уже, наверное, я чередую с 2019 года каждый вайп Юсека и Бировца. Сейчас настала просто череда Юсека. Долбоёб в чате с ником МК Дота пишет запретку, что я типа не русский и что я Юсека выбрал. Бредит не пишем, пишем только хорошее. Абоба! О-о-о! Прям вот так, да, после квеста по коням дают квест на открытие рефа. Ничего себе. Экскурсия — это новый квест. Пометить переходы туда, 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 туда. И еще туда, прикинь. И туда тоже надо пометить, прикинь, представляешь? Письмо егеря, блин, ну можно типа пойти уже лес, пока еще немного людей туда пробилось. Типа можно попробовать. Но тогда с собой обязательно надо брать и поесть, попить. Обязательно. Вот кнопка пополнить россыпь, вот это вот Таркову лайк. В других играх почему-то до сих пор еще не додумались это сделать. Марафон. Его переключать надо? Откуда начинать? Отсюда. С эпицентра надо именно начинать? Ебать. Режим марафона, в котором мы будем... Их. Не удивлюсь, если они режим марафона месяца 3 делали. Тупо за письмом идем, короче. А, ну еще можем подобрать белую паку и тозик еще один. Плюс патры можно почекать будет. Надеюсь, не появлюсь где-то в пиздятине а-ля антенна МЧСка. Кстати, если МЧСка, надо будет журнал цапнуть. Плакат для рефа. А завод? На завод пойдем, когда движуха будет. Квест на киллы с пистолета, 3 килла надо будет сделать. Но он довольно рано выпадает. 30 минут не могу загрузиться в лес? Да, не знаю. У меня один сервак стоит, и мне на нем нормально грузит. Тревряд, жаль, не добавили. Не, сейчас не надо тревряд, сейчас загрузка 2 минуты. На солевы пока похуй. Спасибо, что напомнил. Солевы тоже надо. Но за солевы будет борьба. Борьба с крепкими мужчинами. Что за сервак стоит? Ну, вы понимаете, я не могу сказать. Я хочу, мне не впадло, но... Не хочу. Не скажу. Окей, let's go. Ух, ебать. Так это крутой спаун. Блин, а может на ночной стоило регнуть? Я вообще задумаю. Ну, ночные пуси ходят. Я что, пуси, что ли? Опа, чиназис. Бля, на МЧСке есть люди. Или подожди. Не, это деревня. Бля, мне помнится, я в каком-то вайпе регал ночной лес, пошел на МЧСку, мне там просто 500 ботов впушивало. Бляха, ну туда придется зайти на солевы чекнуть. Я обязан. Не хочу, но обязан. Интересно, я туда лечу по своей распрыжке, любимой. Блять. Фоткал бомжа на паспорт. Три солевы?
И мы в расчете. Ебать, газан. Искал медь, нашел золото. Нихуя. Епка ебаная. Ох, еб, граната. Бля, это сильный типок. ГГ. Я ему должен был дать шишечку, но походу он лаг. Вот этот момент, когда он полез на запрыги, на вот эти бетонные залупы, я ему нормально в башку прописал. Но походу его шизеха засейвило. 475 в броню. Я этому типу дал 475 в броню. Я одному чеваку дал почти 500 арморов броник. Солидно.